Космического времени суток, с вами Веджи Эвери, я играю в Геншин, и сегодня мы будем искать местный Харонар, и начнем мы вот с этого каменного воспоминания, и отправимся в монумент Ясный. Не знаю, что это такое, но нам туда надо. Ну, а раз надо, значит надо. Так, ну и собственно говоря... Я надеюсь, нам не придется тут много драться. Но даже если придется, то не страшно. Так, а это у нас кто? Вот ты. Ты тоже. Аранара. Арапратап. Господи, ну и название, конечно, у вас. Это же златовласая Нара. Нара, хочешь поиграть с Арапратапом? Хорошо. А что это за игра? У Арапратапа приготовлено много сокровищ. Арапратап все разложит, а Нара должна все хорошенько посчитать. Чего? Сам-то понял, что сказал, нет. Потом Арапратап уберет все сокровища, а златовласая Нара должна назвать Арапратапу число сокровища, которое он загадал. Вроде бы звучит просто. Хорошая Нара готова? Ну... А ладно, давай начинать. Попытка не пытка. Так, а где ты? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подруга Нара, Арапратап думает о лиловых, спелых, опасных дынях. Сколько ты увидела? Блин, я не успела сообразить. Ох, было 3, нет? Золотая Нара ничего не забывает. Золотая Нара, могущественная Нара. У Арапратапа есть кое-что для тебя, могущественная Нара. Спасибо. Ты, конечно, не Аранакула, но пойдет. Нара хорошо считает, и Арапратап хорошо считает. Нара крутая, значит, Арапратап тоже. А, сегодня ты мне уже ничего не дашь, да? Ну что ж, было приятно тебя повстречать. Так, отметить мы тебя тут можем. Аранара, Аранар, да тут везде у меня все в Аранарах. Так, сундук какой-то. Это что? Я тут столько всего отмечала и уже запуталась на самом деле, где что находится. Вот прям вот вообще. Вот это что? А вот это что? Я серьезно уже не понимаю, где что находится. Так, там фея. Ну, фею-то я уже собрала. Значит, обойдемся. Значит, это у нас этот, кто он там? Ара. Вот. Короче, мы к нему потом еще придем, да. А пока что давайте не отвлекаться и отправимся к монументу Ясное. Пить, Валука, плохо. Но много дождей тоже плохо. Когда воды так же много, как Валуки, болеют корни. А, Паймон слышит чей-то голос. Если верить Арапанду, это Аранакула. Но его нигде не видно. Может, он зарылся под землю? Ну и давай поищем его здесь. Ох, Арабалика сильнее Аранакулы. Сильнее даже Аранакулы и Араконти вместе взятых. Так вот же он, нет? А, ты, наверное, Аранакула. Ой, Нара нашла Аранакулу. Что же делать? Погоди, не убегай. Арапанду сказал нам, что ты здесь. Арапанду, значит, вы хорошие Нары? Аранакула, веришь на слово? А вдруг мы и плохая Нара? Вдруг мы просто знаем имя Арапанду и воспользовались этим? Значит, золотая Нара обманывает Аранакулу. Золотая Нара плохая.
чувствует себя виноватой. Не слушай, Паймон, я хорошая нара. Я золотая нара золотая, да? Всем помогаю. Как хорошо. Слава Арамаху Кунди, золотая нара оказалась хорошей нарой. Но ей намного больше Аранакулы. Но Аранакула не боится. Паймон, Паймон Кроха, и Аранакула тоже не боится. Ей! Ну, а что ты... А что ты думала? Паймон и правда кроха. По сравнению с обычной нарой. Хотя и чуть-чуть побольше, чем Аранара. Но все равно. Кто обижает Паймон, тому не сдобровать. Но вернемся к телу. Мы пришли исцелить машину Вороны. В этой части ванны тоже спрятаны ее листья и ветви. Рапанду отправила нас посмотреть, как тут дела, и помочь тебе, если нужно. О, Ване развелось много негодяев. Есть безопасная тропа, но нужно быть начеку. И повсюду скверные семена. Даже там, где мы воздвигли для нары вороны. Нара в мы, большая нара, высокая нара. Наверное, даже не слабее, а рабалики. Друг нара мы сможет. Друг нара мы сможет помочь. Так мы пришли помочь, правда же, Мэй? Да, мы займемся этим, правда не знаем чем. У Аранакулы есть другая просьба. Прежде чем исцелять машину вороны, я хочу отыскать каменные воспоминания. Каменные воспоминания? Это ты о чем сейчас? Ванна ничего не забывает, Аранары ничего не забывают, но Аранары умеют оставлять видимую память. С тех пор, как сюда пришли негодяи, вместо видимой памяти остались одни лишь скверные семена. Разговаривать с аранарами, как загадки разгадывать. Наверное, когда мы придем на место, все станет понятнее. Вообще, Маранакула, веди нас. Хорошая нара, хорошая Паймон. Есть безопасная тропа, чтобы негодяи нас не заметили. А негодяи? Это, наверное, плесенники. Тебе не о чем беспокоиться. Хе-хе, Аранакула, Паймон ведь не зря говорила. Мы сильная нара. И не просто сильная, а очень сильная. Вместе с Арапанду мы одолели столько плесенников, так что даже Арапанду признал нашу силу. Значит, нара Мэй такая же сильная, как Арабалика. А Паймон? Паймон, а что Паймон? Послушай, как было дело. Аранакула убегал от негодяя, зарылся под землю, но его откопали. Ох. И спасти у негодяев капает горячее. Там пахнет гнилыми фруктами. Ох. Если бы Арабалика не пришел на помощь, Аранакула... Потом Арапанду долго говорил наставление. Солнце зашло и снова поднялось. Даже семена в питомнике успели прорасти. Слишком долго. Да, но при чем здесь Паймон? Да, да, при чем здесь Паймон? Аранакула сильнее Паймон. И то чуть не угодил в пасть к негодяю. А Паймон такая кроха. Опасно. О, вроде дело, говоришь. И нет, мы сильная, она защитит Паймон, правда? Ну, конечно, как иначе. А если что, ты можешь вон телепортироваться, как обычно. Ведь мы и Паймон лучшие друзья. Нет уж, Мэй, Паймон тебя не бросит. Наверное. В смысле, наверное? Это что сейчас началось такое? Но негодяев так много, и Аранакула против них бессилен. Ох, золотая нара очень сильна, но все равно. Аранакула знает безопасную тропу. Пойдем по ней. Может, все дело в том, что Аранакула сам до ужаса боится плесенников? Вот оно что. А сам прикрывался заботой о Паймон. Нехорошо. Раз так, Мэй, пусть Аранакула ведет нас безопасной тропой. Только будь осторожна, чтобы плесенники нас не заметили. Ну, это я умею. А если заметят, ну, значит...
Мы не оставим свидетелей. Ага, привычное дело для нас. Хорошо, Ранакула поведет Нару безопасной тропой. Ну что, пошли? В смысле? А ты меня не поведешь? Ты же меня должен вести, а в итоге идешь за мной. Я знаю, что мне надо. Люди, я знаю, что мне надо. Мне нужен компаньон Аронару, чтобы его нацепить на себя. Ну, в смысле? Как вот эти вот всякие гаджеты, там вот эти феи есть и прочее. Малыш-осьминожка. В общем, нацепить его так вот бегать, он за нами бы бегал. Ну вот как сейчас. Блин, это же такая тема. Хочу. Это же так классно. Аронары такие маленькие, неудивительно, что они боятся плесенников, которые в несколько раз крупнее их. А Пайман не боится? Пайман? Конечно, нет. Аронакула определенно сильнее Пайман, но уж точно не храбрее. Когда на него нападают плесенники, он бежит прятаться в свое безопасное местечко. Он бы еще Пайман с нами летал, а было бы вообще здорово. Так. Нам сюда надо, нет? Смотрите, впереди кто-то есть. Она опять за свою? Я туда не пойду. Нет. Она постоянно хочет кого-то спасти. Но это всегда находится где-то очень далеко на самом деле. Так, у нас там Дендроку, между прочим. Арабалика смелый, он тоже не боится, как Нара Варуна. Да, характер у Аронар такие разные. Незаметно прокрадите вперед. Легко сказать. Прям сюда прыгают. Вот если бы нам позволили использовать стелс, как вот раньше, когда мы пытались украсть Лиру, тогда это действительно было бы очень незаметно. Где ты там? Идем. Нам надо сюда. Это достаточно незаметно, нет? Но с тех пор, как Нара Варуна покинул Вану, негодяев стало слишком много. Они погубили питомник. Ранакула рыхлил и поливал землю, долго ухаживал за садом. Ну, теперь все пропало. Ты где? Заметили, скорее бежать! Погоди! Ай, удрал! Нам надо пойти рассказать все Арапанду. Как нам быть с этим Аронакула, если он такой трусливый? Ну, а возвращаемся за ним в безопасное место. Это какое? А, сюда? Куда краситься надо-то? Да, без Аронара немножечко грустненько. Он свалил, к сожалению. И вернулся. А еще скверные семена. Там, где скверные семена, больше не растут хорошие цветы и деревья. И машина вороны из-за них переменилась, и дожди как будто стали злее. Ну, бывает. А, нам сюда надо, да? Это что такое? Какая-то пушистая фигня.
На Арамее это каменное воспоминание, которое Аранары поставили для Нары Вороны. А, типа памятник, что ли? Вот мы и пришли. Всю дорогу крались и осторожничали, только чтобы плесеньки нас не заметили. Избежать сражения тоже бывает неплохо. Наверное. А? Это и есть каменное воспоминание? Похоже на стелу, которую воздвигают Аранары. Нарамей. Ладно, ладно, я помогу избавиться от скверных семян. Аранакула, не беспокойся. Нарамей этим займется. Ей такое пара пустяков. А как надо их убирать? Скверные семена. Нужно от них избавиться. От всех до единого. Нарамей. А. Хорошо. Ничего так. Ой, спасибо, Нарамей. Вана помнит все, что случилось после ухода Нары Варуны. Деревья помнят, семена тоже помнят. Но не знаю, понимает ли это Нара Варуна. Поэтому мы оставили видимую память. Когда Нара Варуна вернется в Вану, он узнает, что Вана ничего не забывает. И Аранары ничего не забывают. Именно поэтому вот эти вот Аранары, с которыми мы общались недавно, почему-то забыли довольно-таки важные вещи. Ну ладно, допустим. Вот оно что! Значит, каменное воспоминание — это просто стелы. На самом деле, люди тоже воздвигают стелы, чтобы сохранить память о разных событиях. Потому что нары забывчивые существа. Это нормально. Но даже с этими всякими памятниками, монументами и прочим, они все равно продолжают в упор не замечать всякие важные вещи. Увы и ах. Если сравнивать с лесом, нары похожи на ростки, которые никогда не станут деревьями. У нар нет годовых колец, хранящих память. Ну просто нары — это цветы, понимаешь? Не ростки, а цветы. Они вроде не особо долго существуют. Аранары никогда не покидают Вану. Нары же могут приходить и уходить, как Нара Варуна. Аранар много? Так же много, как деревьев в Ване. У нас так же много имен, как ветвей и листьев у дерева. Золотая Нара помнит много имен Аранар. Помнит, что меня зовут Аранакула. Это все равно, как подобрать с земли упавший лист и знать, с какого дерева он слетел. Нара Варуна тоже был для Аранара особенным нарой, поэтому специально для него Аранары воздвигли каменную стелу. Ну, как бы... Почему тут мы, а не они? Я запуталась на самом деле, за кого мне озвучивать и правильно ли оно написано. Но будем надеяться, что это правда говорит Паймон. Разница, конечно, есть, но нам уже доводилось видеть резные каменные изваяния. Ты про статую архонтов? Да, узнав историю Нары Вороны, Мэй наверняка хочет посмотреть, как она выглядела. Точнее, он. Это же вроде он. Раз у Аранар есть музыка, они могут оказаться сильнее в других искусствах. Например, умеют вырезать реалистично выглядящие статуи. Да, но у Аранар довольно примитивное искусство, знаешь. Трудно представить, чтобы они сделали нормальный рисунок, портрет вот этого вот Нары, который много-много лет назад жил. Может, Мэй просто не доросла до их искусства? Ты что же считаешь, что они, подобно какому-нибудь там Пикассо или Малевичу, создают непонятные для других объекты искусства? Да, и то, что я не могу понять их, как, допустим, не понимаю черный супрематический квадрат, то значит, я не доросла до этого? Ну, я, знаешь, несколько сомневаюсь в твоих суждениях. Ну, теперь мы можем пойти исцелять ветви и листья машины вороны. Нарамей и Паймон, Аранакула отведет вас.
Я иногда путаюсь, кто тут что говорит, потому что иногда диалоги здесь звучат довольно-таки непонятно. Например, уже несколько раз было так, что, допустим, какую-нибудь фразу говорила Паймон, но на самом деле это была не Паймон. Или, например, какой-нибудь другой персонаж говорил, а потом оказывалось, что это не он, а его, допустим, коллега какой-нибудь, да? Это как бы не руинит все вообще, но в целом немного мешают тому, чтобы понимать вообще, что происходит. Ну да ладно. Мы можем просто спуститься, да? Или нет? О, это мне надо. А мне вообще вон туда надо. У меня вот вопрос. Я могу сыграть мелодию, да? Или я еще не знаю? Так. На секунду. А оно даже не горит? А как тогда убирать этот барьер? Интересно. Так, мне прям любопытственно стало. А как убирать барьер? Ну, ладно. Видимо, пока никак. Возможно, мы по ходу дела выясним это, нет? Какие ветви мы должны найти? Что от нас требуется? Что-то где-то внизу? Надо опять в пещеру лезть. Как всегда. Ну вот мы нашли. Вот они где. Если бы не аранакула, мы бы их ни за что не отыскали. Но здесь нет листьев. Паймон не видит. Листья. Они рядом с деревом, но... Плесеньки сюда не доберутся. Пусть аранакула ждет нас в безопасности. Арапанду говорил, что нужно повернуть 3 каменных листа в сторону ветви, так? Араме и Паймон, спасибо! Как все непросто. Когда машина ворона исцелится, больше не будет скверных семян, и в питомнике вырастут цветы, много цветов. Так, а там оно было, нет? Ладно, если что, вернемся. Вот эта фея нас вводит в заблуждение. Вроде все готово. Теперь вернемся к Каранакуле. Ничего себе, там сколько плесенников? 7. Капец. Мы все сделали, слышь? Ты сейчас танцевать будешь, да? Аранакула, вот и мы. Но дальше твоя очередь. Спасибо, Паймон. Спасибо, Нарамей. Аранакула знает, что делать. О, кажется, и здесь теперь все в порядке.
Надеюсь, лес скоро станет таким, как прежде. Обязательно, как только исцелится машина Варуны, но Марана должна быть устранена во имя Ваны и Сарвы. Как стела, созданная для Нары Варуны, была покрыта скверными семенами, так и зала Швадхи страдает из-за Мараны. Это был питомник, созданный Нарами и Аранарами задолго до того, как Нара Варуна прибыла в Анарану. Но сейчас... Только дети деревни Вимара способны увидеть Аранар, а для взрослых вы существа из сказок, и питомник пришел из запустения из-за Мараны. Аранакула хочет посадить в питомнике много цветов. Нары забыли Аранар, но это не беда, ведь Нарвы видят цветы. Аранакула! Арамей, Паймон, спасибо! Аранакула вас не забудет! Теперь Аранакуле пора в уголок отдыха. Рапанду очень обрадуется, когда узнает, что стела очищена. Нараме и Паймон, хотите отправиться в уголок отдыха вместе с Аранакулой? Ну, нас вообще еще ждут другие дела, знаешь. Мэй и Паймон, да хранит вас Арама Хукунда. Будьте осторожны, чтобы не угодить в пасти к негодяям. Есть вещи, которые я не понимаю. Например, то, почему какие-то аранары помнят, какие-то не помнят, да? Что там вообще происходило? А еще я не понимаю, как снять барьер. Вот этот. Возможно, что-то где-то я упускаю. Эту штуку, видимо, нам надо активировать, да? Ну, это-то мы можем. Даже это мы не можем. Да что ж такое? Сколько мелодий у этих аранар мы должны выучить, чтобы просто банально иметь возможность открывать загадки, которые встречаются нам буквально по пути. Но это нечестно. Ну, ладно. Я там вижу аранару. Так, кошак, отстань. Еще один кошак. Да сколько тут вас? Где? Вот. Зачем? Отойди. Уходи. Уходи. Уходи, я сказала. Ну, не послушал. Извините. Растерянная аранара. Почему этот аранар совсем не шевелится? А если попробовать силу дендра? Что такое? Что такое? Нары! Ой, спасибо, Нара! Извини, но мне пора. Да прибудь с тобой, Араму Хукунда! Ну, круто. Так, его надо отметить. А отметить я его не могу, да господи. Ладно, отмечу потом где-нибудь. А пока что опять придется нам прерваться, потому что с одним делом мы разобрались, а следующее уже займет прилично времени, и тогда видео будет длиться целый час, а это не вариант. В общем, пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр, удачи вам в жизни и до свидания.